Ну, Олимпиады я вообще мало интересуюсь. Я спортом как-то так, ну, не мое это дело. Но что касаемо всех этих проблем вокруг Олимпиады, ну да, вот смотришь в новостях, даже в официальных новостях, когда говорится о том, что какие-то объекты строятся, не хватает денег, туда надо еще что-то вкладывать. Ну, то есть это какое-то вот вбухание огромных средств. Может быть, это для престижа страны как-то, ну, проведение там Олимпиад и прочих таких вещей в нашей стране, это как бы на престиж страны сказывается. Другое дело, что тут с этим антигейским законом, это шумиха. Бойкот, там что-то такое, но мне кажется, что все это, ну, имидж России уже, мне кажется, не испортить и не улучшить. То есть мы вот всегда таким были, такими останемся. Ну, наша такая, вот мы такие, как бы.